Сами жить. Я из Егорьевска. Вот, у нас тут прям, ну, реально снег. Солнце вроде как светит. Вот я смотрю, солнышко есть, а тепла нет. Цветочки у нас растут, тюльпаны распустились. Алекс, привет. Все такое. И эти, как одуванчики, все растет, все прям вообще. Встречайте, на такой холод. Прям вообще холодно-холодно. Ой, так. Опти, опти, опти. На следующей неделе, надеюсь, правда будет тепло, а то я вообще не переживу такие холода. Я очень мерзлява и не люблю, когда холодно. Вот. А тут холодно, прям, ну, вообще. Ну, не хочется. Капитан, привет. Сизлинг. Я правильно прочитала? Привет. Хас, привет. Так. Ой-ой-ой. Холодно. Тони, привет. Ой, так, что у нас тут? Димон, привет. Холодно. Мне даже вот идет пар изо рта. От того, насколько холодно. И это прям живу как на Северном полюсе. Давай все. Ужас. Амир, привет. Хочется вам что-нибудь рассказать. Вот, не знаю, что. Вот хочу уже, чтобы было, правда, летом, я поеду на море. Вот, на море вообще будет замечательно, с семьей еду. С родителями. Вот. У нас там у маминой подруги свадьба на море будет. Мы вот приглашены всем. Будем отмечать свадьбу, прям вау. Я прям уже мечтаю на эту свадьбу попасть. Ой, Владислав, привет. Хочется все вот такое вот поплавать. Даже не знаю, как там пройдет свадьба. Там дресс-код даже. Обязательно должно быть во всем белом. Вот, я выбираю себе белое платье, чтобы в нем быть. Владислав, как у тебя дела? Как у тебя погода? Я общительная, я люблю разговаривать по телефону, я с подружками часами разговариваю, с друзьями со своими. Я, в принципе, вообще общительная. Мне даже в жизни очень такая разговорчивая. Да, точно, поздравляю тебя тоже, Владислав, с великим праздником, 9 мая. Я вообще, в принципе, всех, кто в эфире, сейчас поздравляю. Ты еще не слышала, я уже несколько раз поздравляла. Буду поздравлять постоянно. Джимми, привет. Микель, привет. Парк, привет. Всем привет. Ой-ой-ой. Танер, привет. Рамис, привет. И Рау. Я правильно перечитала? Привет. Опа, Маргарита.